Май – пора выпускных не только для школы, но и для других образовательных учреждений. 15 мая в выставочном зале Десногорского историко-краеведческого музея состоялось торжественное открытие традиционной выставки выпускников Десногорской художественной школы. На экспозицию выставлены картины 11 юных мастеров кисти и холста. За годы учебы дети экспериментировали с различными техниками, испытывали свои способности в разных жанрах. Как итог, в стенах музея разнообразие работ, выполненных пастелью, акварелью, карандашом и углем. Большие труженики, большие герои, потому что таких результатов добиться, это, конечно, дорогого стоит. И мы радуемся, что сегодня представлены работы в самых разных жанрах, причем в высочайшем уровне работы, графические, живописные, композиции. Мы видим работы сложившихся художников. На выставку были выбраны лучшие картины детей за все годы их обучения, но это лишь небольшая часть их творений. За кропотливую работу на протяжении 5 лет учебы выпускники получили благодарственные письма. Но самым приятным для начинающего художника является интерес и восхищение зрителей. Конечно, очень приятно. Это знак того, что мои труды не прошли зря. Я чувствую огромную гордость за то, что мои работы вывешены здесь, мои лучшие работы. И родители, и друзья пришли на них посмотреть, и мне очень приятно. Одновременно с художественными работами в выставочном зале проходит еще одна оригинальная выставка под названием «Эпоха». Она проводится в рамках международной акции «Ночь в музее». Экспонатами для нее являются изделия из советского стекла. В Советском Союзе было более 10 тысяч заводов, которые изготавливали такие удивительные вещи. Это не только посуда, это статуэтки, такие удивительные лебеди, цветы, которые у нас украшали советские квартиры. Предметы столовой посуды и сувениры из хрусталя были собраны с помощью жителей города и составили основу удивительной коллекции музейного фонда. Обе выставки продлятся до 4 июня. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.